Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Организаторами этого мероприятия выступили Дом моды Вячеслава Зайцева и ООО «Картон». Fashion House International. На сцену приглашается коллекция Анны Михайловны. Великодушно и просто. Всем языкам на белом свете всегда понятна красота. Хранят изустные творения и рукотворные холсты неугасимое горение желанных людям красоты. Людьми творимая навеки, она понятным языком ведет рассказ о человеке, с тревогой думает о нем, неуклонно в жизни ищет его прекрасные черты. Чем человек сильнее и чище, тем больше в мире красоты. Есть женщины, похожие на солнце. От их присутствия становится тепло. Когда улыбка их лица коснется, мир кажется красивым и добрее. Есть женщины, похожие на ветер. Они изменчивы, легки и веселы. Они как бабочки нужны нам на планете, чтоб любоваться ими все могли. Есть женщины, похожие на море. Нельзя измерить глубину глаз. И в их таинственно манящем взоре сокрыты тайные знамения для нас. Ты вся одновременно. Ветер, солнце. Где ты, там звезды близятся к земле. Лишь одно мгновение остается в земной любви к тебе признаться мне. Ты женщина, значит, ты актриса. В тебе 100 лиц и 1000 ролей. Ты женщина, и значит, ты царица, возлюбленная всех земных царей. Ты женщина, и значит, ты рабыня, познавшая соленый вкус обид. Ты женщина, и значит, ты пустыня, что все вокруг себя испепелит. Ты женщина, сильна ты поневоле, но знаешь, даже если жизнь борьба, я знаю, мне сказали 2 раза назад. Ты слабая, да помню.